что? Это что за чего? А почему ты решил, что это мое? А чего? Ты на нем спала? Назовите 5 лучших своих качеств. Коммуникабельность. Слышь, ты конь или паровоз? В смысле? Целеустремленность. Стоять! Вы что себе позволяете? Давай, давай отсюда. Уверенность. Что, неудачный день? Налейте что-нибудь. От заведения. И что же это? Поверь мне, это то, что тебе надо. Эй, красавчик, не хочешь составить нам компанию? Так, стоять. Проходите. Я знал, что ты еще раз зайдешь. Вчера был жуткий вечер. Все были от меня в каком-то неадекватном восторге. Че ты удивляешься? Все коктейли в нашем баре обладают сверхсилой. И что? Я теперь Человек-паук? Почему нет? Кстати, как коктейль называется? Храбрость! Эй, вандалы! А ну дергайте отсюда по-хорошему! Что, хочешь соблазнить английскую королеву? Почти. А кто твои родители? Обычные интеллигентные люди. Ну-с, молодой человек, позвольте полюбопытствовать, чем вы занимаетесь? Я имею в виду работу. И как говорил Кант, человек в одно и то же время принадлежит двум мирам. К миру природы, пространства и времени, к миру гибельному! Гибельному! Я ничего не рассказал про антиэффект, который случается на утро. Ты представляешь, какое быдло превратишься? Это все в порядке. Мы идем без ночевки. Мамуля!